Всем привет. Итак, первый сундук можно получить, активировав вот эти вот руны. Находятся они у первого гнездовья птицы, которую мы встречаем по сюжету острова Цуруми. Надо подойти к каждому из этих знаков и активировать его. А потом внизу появится вот такой сундук. Второй сундук вот недалеко отсюда, возле этого телепорта, если от него двигаться в сторону моря, можно встретить вот этих вот двух кличурлов. И если их разогнать, то тут будет кнопка копать, и тут находится сундук. Следующий, опять же от этого телепорта, нам надо двигаться вот в этом направлении. Вот, видите, где я нахожусь? Вот отсюда. Нам нужен вот этот пенек. И здесь в кустах будет сундук. К сожалению, я его уже взял на камеру, это не удалось записать. Вот, момент, вот он, тут есть, вот пруфы. Ну и таким небольшим бонусиком сундук, о местоположении которого никогда в жизни не догадаешься. Вот на острове Ясиори. Опять-таки я его уже давно взял, но вот, пруфы. Все, всем спасибо.